Всем привет! У меня снова наросла рыбка на продажу. В этом аквариуме около сотни малинезий. И есть еще меченосцы. Вот такие меченосцы выросли. Их тут даже больше сотни. Сейчас я их отловлю и понесу на нашу птичку. Было бы хорошо всю эту рыбку сдать, потому что на балконе уже прохладно. Бывает градусов до 16, до 18 опускается температура. Без обогревателя здесь уже рыбку выращивать невозможно. В общем, рыбку я сдал. Все вместе вышло на 300 тысяч. Часть я, конечно, потратил на корм, а на 50 тысяч не удержался и купил себе вот такой эхинодорос, малый медведь. Вот такая крошка почти 4 доллара обошлась. Это, конечно, недешево. Ну, надеюсь, он проживется. Сейчас он пока в горшочке, сказали, можно оставить горшки на некоторое время. И вот посмотрите, кардинальчиком я подсадил молоденькую самку попугайчика. Она еще совсем маленькая. Я ее для себя оставил, потому что у меня еще есть самец в соседнем аквариуме. Вот он. Когда они подрастут, я надеюсь, что они собьются в хорошую пару. Вот такая красавица. Такие дела.